Наших дорогих отцов поздравляю с прекрасным праздником Покрова Пресвятые Богородицы. Это же наш престольный праздник, вторая Пасха для нашего прихода. Мы непрестанно восхваляем Божью Матерь, молимся, ликуем, радуемся. И даже сегодня наша молитва непрестанна, сразу же совершивши божественную литургию, мы перешли и совершили молебное пение, крестный ход. Мы решили, что нельзя как бы остановить эту прекрасную службу, а дальше идти веселыми ногами и радоваться, что в сей день у нас есть покров и заступничество Пречистой Божией Матери. Мы знаем историю праздника. Это было в X веке. Андрей Христа ради Иродивы в Архенской церкви во время молитвы увидел Пречистую Божию Матерь, ходящую, и окружали ее ангелы, архангелы, еще были с ней Иоанн Креститель, Иоанн Богослов. И он обращается к своему ученику Епифанию и спрашивает: «Видишь ли, брат, Богородицу и Госпожу, молящуюся во всем мире?» И Епифаний отвечает: «Вижу, святый отче, и ужасаюсь». Мы должны тоже, братья и сестры, ужасаться, с трепетом понимать, что Божья Матерь наша заступница и явно с нами покрывает наш мир, нашу церковь, наши епархии, наши храмы, каждого из нас лично. И еще мы должны понять, что есть лестница, которая восходит от земли на небо. И по всей лестнице через Божию Матерь пришел к нам на землю Спаситель наш Иисус Христос. И Он же нас возводит обратно подняться по лестнице к Небесному Царству. И да, здесь нам ужасаться, что такой покров над нами. Часто мы не видим и не понимаем, что существует такая дивная лестница. Ведь нам только перейти, сделать шаг вперед, и этот восход каждому из нас доступен. И Божья Матерь, любящая Мать, особенно в такой день, приглашает каждого из нас, напоминает, что вы не одни, а здесь им с вами, и никто же, но вы. И вот почему мы радуемся, ликуем, совершаем наше дивное богослужение, чтобы восхвалять и попросить у Божьей Матери дальнейшее нас покрывать своим амофором. У нас есть святые иконы, и храмовая икона, и Курская коренная икона, которая сегодня освещает наш праздник. Будем твердо знать и видеть, откроем наши глаза. Часто мы просто не видим, потому что мы не хотим и просто чем-то заняты. А здесь откроем глаза и поймем, что Божья Матерь сегодня нас благословляет своим честным амофором. И будем прибегать к этой лестнице, чтобы восходить к Вышнему Царству. Поздравляю я отца-настоятеля, отца Александра, с помощниками отца Фотия, отца Владимира, отца Сергия, всех прихожан с престольным праздником. Так хорошо, что сегодня в самый день мы торжественно отмечаем
нашу Пасху. Благодарим наших отцов из приходов соседних, протодиаконов, всех прислужников, что украшали наше богослужение, наших певчих и всех братьев и сестры за ваши молитвы. Действительно, душа радуется, и мы благодарны Богу за Его великие милости к нам, что несмотря что творится вокруг нас, неприятности и ужасы, мы сможем здесь как бы скрыться в храме под этим дивным покровом и почувствовать в себе покой, тишину, эту духовную радость. Желаю всем мир Божий, помощи и радости о Господе, благословения Господне на всех вас.